Не просто конкурс, а образ жизни. Именно так характеризует школьную большую перемену. Уральский полуфинал всероссийского конкурса стартовал в Ханты-Мансийске. На первой смене около 500 ребят зарядились на мотивационных встречах с известными спикерами. А далее им предстоит решить кейсовые задания. Тему продолжит Елизавета Гутовская. Проявить себя могут старшеклассники и студенты с СУЗов. Проект «Росмолодежи» входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Кейсовые задачи для участников формируют ведущие компании и вузы страны. Детям предлагают усовершенствовать окружающее пространство. А еще они получают насыщенную образовательную программу интересных спикеров. Это специалисты из сфер науки, искусства, медиа и спорта. Слушайте, это очень классное мероприятие, так как ребята могут посмотреть на таких же инициативных ребят со всего Уральского федерального округа и понять, что они не одни, познакомиться и в дальнейшем может создавать какие-то совместные проекты, которые будут улучшать жизнь нашего региона и регионов Уральского федерального округа. Очные полуфиналы в эти дни проходят для всех федеральных округов. Помимо Ханты-Мансийска гостей принимают Москва, Ярославль, Анапа, Владивосток, Саранск, Казань и Красноярск. По итогам определят 1500 финалистов. Конкуренция высока, но недаром. Сегодня здесь находятся самые целеустремленные, успешно прошедшие дистанционный отбор. В дистанционном этапе конкурса «Мой вызов познавая Россию» я выполняла кейс по промышленному туризму. Сейчас я в Ханты-Мансийске, собственно, в городе, в котором я, по которому я делала маршрут по промышленному туризму. У меня кейс про школу. Я специально разрабатывала проект «Школа» для моего города Нефтеюганска. Вызов у меня, конечно, творческий, и, конечно же, школа очень творческая. В каждом регионе есть своя команда большой перемены. В этих сообществах проходят обучающие мастер-классы и лекции. Здесь всегда ждут всех желающих проявить себя. Например, я в этом году был руководителем проектного отдела. Мы вместе с ребятами писали проект, отправляли их на конкурсы. У нас ребята участвовали в международной премии «Мы вместе». Также участвовали в различных питчингах от «Большой перемены». Большая перемена – это возможность, в первую очередь, какого-то развития. Безусловно, много новых знакомств, деньги, баллы к ЕГЭ. В «Большой перемене» победят 300 одиннадцатиклассников. Они станут рублевыми миллионерами. Каждому достанется по 1 миллиону на образование. И дополнительные баллы к портфолио, как абитуриентам вузов. Еще 300 учеников получат по 200 тысяч рублей на саморазвитие. Отметят 2-миллионными грантами и 30 лучших школ, подготовивших наибольшее количество финалистов. Аналогичные гранты предусмотрены и для студентов колледжей. Добавлю, заключительный этап конкурса пройдет в ноябре. Елизавета Гутовская, Федор Тюменцев, телерадиокомпания «Югра».